Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Холмакро. Вечер уже, да, так-то 16:17, да, пятый час. Ноябрь месяц. Вот так вот повыпиливал, уже часть продал леса. Две машины, кстати, у меня с лесом стоят груженные. Сейчас с одной машиной поедем в одно место, там, где деревня строится. Там я буду ставить еще одно производство, производство досок. Эти доски будут идти на продажу. Поэтому сейчас едем туда. Купил также УАЗик, ссылочку оставлю в описании на эту машину. Так, ну солома мне не нужна, в принципе, молоко 134, корм, здоровье 40, здоровье прибавляется. Жидкий навоз есть, да? Так, значит, вот такой вот УАЗик. Ссылочку оставлю в описании. Он там идет с разными прицепами даже. И он также... облик его тоже меняется там по-разному. Вот, две машины груженные стоят. Сейчас одну беру. И едем. Время вечер, но поставлю производство вечером, наверное, чтобы уже на утро... Наверное, доски были, можно было бы продать. Поедем уже другой дорогой. Сейчас я просто хочу с карты свериться. Ну да, я поеду старой дорогой, которой я раньше ездил, лес возил, ей поеду. Можно, конечно, и новой дорогой, но поеду старой дорогой. Одну машину берем с лесом. Для того, чтобы запустить производство, нужен лес. Так, все, 25 метров. Поехали. Стой, стой, стой. Что-то он это... Почему он не... Подожди, подожди, еще раз. Во. Есть. Стрелочка прошла, отлично. Бывает, не с первого раза этот мод тоже работает, Follow Me. Приходится по нескольку раз там нажимать. Кстати, ребята, я узнал, как исправить вот эту вот, видите, да, вот эту текстурку веток, палок, и даже часть, некоторые кусты есть здесь такие, которые тоже нельзя убрать с помощью вот окраса. И я нашел способ один, как убрать вот это все. Представляете? Есть один способ. Покажу, когда буду строить производство, ставить. Да, уже так стемнело. Ну, не все время днем играть, да, можно и вечером иногда покататься. Тестировал тут одну Ниву, даже две, да, Ниву и у вас Патриот, но моды попались какие-то багованные, плохие, там у Нивы звука не было вообще. УАЗик Патриот, который был, он разгонялся только до 50 км в час, то 40 км в час, и почему-то больше не разгонялся, не знаю почему. В итоге я от этих модов отказался и скачал вот этот УАЗик. Чё-то он там долго так... Неужели я так быстро еду? Я вроде
Да, нет, не быстро. Но, видать, где-то подзастрял немножко. Блин, даже УАЗик тут местами буксует. Иногда с такой задержкой как бы едет. Ну, почти приехали. Почти приехали. Немножко остается. Сейчас ставим производство, запускаем его, чтобы уже запустить, чтобы доски начали производиться. Я хочу просто проэкспериментировать, сколько с одного вот этой машины, сколько я сейчас везу, будет вообще досок. В принципе, должно выйти довольно-таки хорошо там досок-то. И, соответственно, хорошо заработает. Это производство будет вот здесь, где деревня строится, скажем так, чтобы тут и рабочие работали, да, местные. Да и нам будет тоже сюда. Зачем ездить зато? Так, где-то вот здесь буду ставить его, где дома заканчиваются. Даже надо сейчас, чтобы не видно было, вот так вот свет фар поставлю. Вот. Все, отлично. И Урал тоже сейчас также разверну, чтобы тут было видно. Потому что уже стемнело. Во, шикарно. Пока заглушим. Здесь довольно-таки ровная площадка еще. Там дальше уже, ну, спуски начинаются, уклон идет большой. И здесь еще относительно ровно. Площадочка подойдет под производство. Давайте ставим и запускаем его.
Так, ну что, ребят, вот так получается. В общем, как убрать эти ветки? И даже вот некоторые кусты, трава, она тоже не убирается с помощью вот покраски. Это можно убрать только когда вы наносите сначала, значит, смотрите, сначала. Именно на этой карте так работает. Именно трава. Траву наносите, и потом уже в окрашивание заходите и наносите краску. И только потом вот эти все ветки убираются. Трава, то есть, их убирает. Здесь вот этот вот любой объект в виде кустов, палочек, трава убирает. Вот таким образом можно убирать вот эти вот объекты. Без по-другому не получится убрать. То есть, как вот у меня возле дома, где я пилораму поставил. Ну, приеду, покажу там. Там тоже везде вот такие палочки лежат. Их убрать только можно, если сначала траву нанести. Так, ну что, давайте теперь разгрузимся. Давайте на время включим, просто чтобы посмотреть, где у нас тут... Разгружаемся мы, значит, сюда. Здесь значок, это принять. А, это мы щепу здесь загружаем, который будет. А поддоны будут появляться у нас вот в этом месте. Вот в этом месте. Все. Давайте подъезжаем. Не-не-не-не. Не сюда. Потом, когда деревня построится, конечно, тут будет и освещение. Все будет. Так, давайте... стоп, знаете, что еще нужно? Немножечко... Немножечко вот здесь сгладить дорогу. Здесь уж больно круто. Вот отсюда вот, да, больно круто как-то получается. Вот, немножечко так поменьше было. Стоп. Да, можно даже вот так, я думаю, триггер. Сразу, ну, попало на триггер в любом случае. Так. Опа. Отлично. Давайте теперь посмотрим, сколько у нас получается здесь дерево. Так. Ну да, вот она. Но тут еще много. Включить. Все, производство я запустил. Будут планочки делать. И эти планки чисто пойдут на продажу. Мебель я с них делать не буду. Хотя я могу, да, вот возить на мебельную. Но я там дерево вожу, поэтому, в принципе, мне этого достаточно, а планки пойдут на продажу. Если уж будет их слишком много, может быть, и мебель из них буду делать. Посмотрим. Со временем можно будет тут, конечно, немножко место облагородить, но пока так. Потом, возможно, кустов каких-то добавлю, деревцов. Пока так. Так, все, ладно, я возвращаюсь домой, потому что сейчас уже стемнело. Тут делать нечего. Вернемся уже, наверное, утром или днем. Вот, видите, палочки. Вот их можно убрать вот тем способом, который я показал. Сначала траву наносим,
трава их убирает, и потом убираем просто траву с помощью другого окраса какого-нибудь. Так, сколько тут мебели-то? А, ну там здесь 4 поддона, и на складе, получается, нету, да? Ну пускай, ладно, копится. Тут еще до сих пор я не срезал пеньки. Надо будет срезать. Так, сейчас грузовик сюда поедет. Сюда он здесь как бы не его кидает тоже. Я сейчас ехал, УАЗик этот его так кидает в стороны на этих ямах. Очень тяжело на нем ехать, на самом деле. Все, ладно. И вот эти ветки можно будет здесь таким же образом убрать. Наносить траву, потом траву убирать. И будет все красиво. Надо собаку покормить. Ужин ей. Где она там? Опять оленей гоняет. Так, ну что, ребята, утро, новый день, зима, первый месяц зимы, снег идет. Не знаю, будут ли сугробы или нет. О! Подожди, кто здесь снеговик? Кто снеговиков слепил? Пока я спал, тут снеговики. Что за дела? Кто-нибудь то изводил, наверное, слепил. Тут снега-то еще нету. Снеговики появились. А почему эти не горят? Вроде бы темно, должны гореть. Так, этот дежурит тут. Да погоди, я хотел тебя покормить, а тут рядом... Блин. Не получится. О, иди завтракай. Ну да, здесь как бы еще темно, снег, а тем более еще зеленка тоже добавляет темноты. Так, молока уже 2500 литров. Здоровье, вот здоровье уже 100%. Вот нормально. Уже здоровье 100%. Так что солома тут и не нужна, в принципе. И так нормально. Так, сколько там корма? 8700. Надо будет потом про запас купить. Так, что я хотел-то? Давайте съездим туда, посмотрим, сколько там досок получилось. Я еще здесь хочу посмотреть, сколько здесь все-таки на складе сейчас. Уже 2600, а поддон 1000, значит, на складе 2 поддона. 2 готовых поддона тоже есть. Тут тоже нужно будет дорогу прокладывать обязательно, потому что дороги нету и не видно порой, куда ехать. Блин, темно, реально темно. Хотя время уже 10 час, но в лесу зима еще. Зеленка, снега нету. Темновато. О, какой-то даже... Блин, подлагивает. Испарение какое-то идет, смотрите. Это реально...
пар или что это такое? Че так доски лежат? Надо будет сюда потом тоже, там, может быть, даже технику какую-нибудь приобрести. Блин, что так темно-то? Все облаками с... Так, сколько там на складе-то? На складе 4300. А у нас 1700. 4300. Ну там два поддона еще, да. Дерево 11 тысяч. Хочу посмотреть, сколько в итоге будет общее. Давайте вот так положим. И потом продавать их буду. Надо будет точку продажи поставить. Может быть, даже в двух местах каких-нибудь, в какой-нибудь еще деревне. И плюс, может быть, на основной базе там. Ну, то есть я имею в виду, где магазин, там поставить. Пару точек продажи поставить. Время уже час дня. Сосулька прямо так над дверью образовалась. Я хочу возле этой лесопилки спилить некоторые пеньки, которые там не на месте. Пенька 4 всего. Нет, 5 пеньков. Так, ну давайте уберем эти ветки. Так, наверное, сейчас помешает мой персонаж. Немножко в сторону. Значит, берем, выбираем траву. Побольше радиус. И наносим вот так вот травку. Так, тут дорога, дорогу не цепануть бы. Ладно, там у нас. И вот здесь. Кругом такая трава. Сейчас уберем, сейчас все будет нормально. Мне самое главное убрать вот эти вот ветки отсюда.
Так. Даже вот так. Вот здесь мы не достаем. Побольше радиус. Вот так. Ну, в принципе, нормально. Все, теперь берем и окрашиваем. Там у меня что было, щебенка, да? Давайте вот ее и поставим. Все, теперь веток тут не будет. Подожди, прибавить. Вот так. Можно решить эту проблему с ветками. Ну и тут даже, как я и говорю, тут некоторые кусты, они также не убираются, только с помощью травы можно их убрать. И потом уже окрашиваешь. Все, вот так вот. И нет больше. Все. Все, площадочка чистая, ровненькая. Отлично. Так, а тут... Я что-то никак не пойму, тут освещение-то... А, ну тут какое-то освещение есть, только мне ни к чему оно тут работало, нет? Вечером-то... Ладно, трактор на место ставим. Так, ну что, ребят, вот такая была серия. В основном сегодня занимался производством этим. Поставили, запустили его. Теперь еще и доски будут. Будем продавать. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.